Ну вот, друзья, сейчас покажу, как пережила зиму моя мякушка. Потому что, когда я ее брал в Леруа Мерлен, многие говорили, что она там раскрошится от мороза, там развалится вся и так далее. Сейчас покажу. Сегодня у нас очень ветрено. Извиняюсь заранее за ветер. Вот таким вот она образом себя чувствует. То есть вот так у меня нижняя часть закрыта. Вот эти вот части под номером вот здесь закрыта. Здесь вот я ее на хомуты посадил. Вот так вот она имеет внешний вид такой вот. Верх у меня не закрыт. Ну, верх я закрываю, когда сильно холодно. У меня там еще две колбаски есть. Но вот здесь вот она вот порепалась. Но это от мойки больше. Когда моешь, у нее струя попадает. Она оттаивает и начинает это. Вот эти части не выпадают. Я их не крепил. А вот эти части, они прикреплены у меня. Дождь еще идет. Ну вот как-то так. От ветра спрятаться. Фу. В принципе, спасает. Но больше, ну, нижнюю часть я совсем не убираю. Пока совсем тепло не станет. Там плюсовые температуры там до плюс 10 будут. Уже тогда уберу. Потому что там грязь летит. Вот это все реагенты вот эти с улицы. Там усилитель идет нижний. Поэтому, чтобы туда не забивалась грязь, вот эта соль вся, я пока не убираю. Ну, а верхнюю часть убираю, соответственно. А, и одеяло у меня, автоодеяло еще в багажнике лежит. Я его кладу, ну, когда ниже там 10, ну, там минус 12, вот так начинается, минус 15. Я его кладу, тогда теплее становится намного в машине. Ну, во-первых, она не остывает, если по городу ездишь, автоодеяло. Во-вторых, ну, как-то теплее все равно с ним, вот, объективно теплее. Чем лучше вот такие колбаски, чем вот эти какие-то там брезентовые, там, да, на шлепке есть, там картонки там ставят и так далее, тем, что я могу регулировать, как бы, да, в моменте температуру двигателя. То есть, например, вот холодно, да, ну, низ у меня постоянно закрыт, вверх я там две колбаски, допустим, ставил там, то есть заняло это 10 секунд, поставил их, поехал по городу, мотор начал греться, потом смотрю, он что-то там 98, там 100 начинает греться, например, там на улице минус 18, где-то там минус 15, я верхнюю, я на светофоре там где-нибудь остановился, верхнюю колбаску достал там, допустим, самую верхнюю. Там, или две даже их, да, убрал, поехал. Там минус 12, например, было вот как-то вот так. Убрал их, и все, и мотор сразу перестал греться. То есть это делается в моменте, не надо там никакие это... Ну, понятно, что там можно сшить брезентовую накладку, которую потом можно открывать периодически. Но как бы зачем? Не хочется тратиться, то есть это надо где-то заказывать. Но хотя идея так-то, в принципе, хорошая. Мне вот подсказывали. Как вы считаете? Мне кажется, надо задуриться вот с этим. Что-то хватит вот эти вот колбаски. Ну, их хватает примерно, ну, на год хватает, на сезон, на полтора, на два может хватать вот этих колбасок. Стоят они там, ну, сейчас до кризиса они там стоили. Большая стоила там, по-моему, то ли 50, то ли 70 рублей. Вот на низ мне ее полностью хватает закрыть. И еще одну наверх беру. Нет, две наверх беру. Они там рублей по 25, по 30, по-моему, верхние. Ну, не так уж это и накладно. Чтобы сшить, как бы, брезент вот на верхушку, то это надо будет где-то... Не знаю, сколько там надо будет. Тысячи две-три, наверное. Там сам брезент и плюс работа еще там. Ну, можно, конечно, самому там сшить, задуриться там это все. Ну, посмотрим, как вы считаете. Вот, напишите в комментариях, что вы думаете об этом. Вот как-то так. Ладно, на этом все. Всем счастливо. Начинаем двигаться. Курить, кстати, вредно. Курить вредно. Всем счастливо.